Привет! Когда я собиралась лететь во Вьетнам, подруга из соображения экономии посоветовала взять с собой в путешествие мультиварку. Это была прекрасная идея. На Озоне я выбрала мини-варку на 900 мл с решеткой для готовки на пару, с антипригарным покрытием, двумя режимами, послабее, посильнее, и весом всего 650 граммов. Сегодня мой первый день во Вьетнаме в городе Ничанг. Соблазнов вокруг очень много, и я бы хотела побывать всюду. Уже ощущается, какой драгоценный горшочек я приобрела всего за 1300 рублей. И это приобретение позволит мне сэкономить миллионы. Во Вьетнаме, например, 1 миллион донгов равен 40 долларов или 3700 рублей примерно. Перед тем, как пойти в магазин за соусом и манго, я залила рис кипятком, дала еще раз закипеть в мини-варке. Когда вернулась, ужин был готов. Это очень быстро и очень удобно. А это уже утром. Я подогрела себе завтрак. Надо будет еще купить одноразовые тарелки. Спасибо, друзья, что посмотрели видео до конца. Я буду делиться своим опытом, знаниями, впечатлением, так что заходите на мой канал.